Здравствуйте! Вы смотрите вечерний выпуск новостей на телеканале «Новороссия ТВ». В студии для вас работает Маргарита Миронюк. Далее коротко о главном. Украинские силовики продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики, в том числе с использованием тяжелого вооружения. Ежегодное послание, что Порошенко сказал бедствующему народу Украины. Арест журналиста и блогера Руслана Кацабы продлен еще на 60 дней. По словам заместителя командующего корпусом Министерства обороны ДНР Эдуарда Басурина, ситуация в республике резко обострилась. Практически по всей линии фронта украинскими силовиками ведутся провокации с целью вынудить республику нарушить Минские соглашения. Обстановка Донецкой Народной Республики резко обострилась. За прошедшие сутки зафиксировано 58 фактов нарушения режима прекращения огня украинской стороной. 28 из них в ночное время. Обстрелам подвергались населенные пункты Докучаевск, Курганка, Веселая, Широкино, район аэропорта, Ясная, Спартак, Лозовое, Куйбышевский, Кировский, Петровский, Киевский районы, город Донецка, Новая Маринка, завод «Точма», шахта «Бакумова», Горловка, Углегорск, Железная Балка, Еленовка, Сигнальная, Саханка. Украинские силовики применили реактивные системы залпового огня по шахте «Бакумова». Также артиллерийским обстрелом со стороны украинских карателей подверглись населенные пункты, заводы. Точмаш, город Донецка, Горловка, Широкино и Спартак. В результате обстрела было выпущено более 100 снарядов калибром 122 и 152 мм. Вот у меня в руках 152-мм, которые я привез с Петровского района. Также интенсивному минометному обстрелу подверглись населенные пункты Саханка, Горловка, район аэропорта города Донецка, в ходе которого было выпущено более 290 мин калибром 82 и 120 мм. В ходе артиллерийских минометных обстрелов населенных пунктов республики погибло 5 и ранее 38 мирных жителей. Потери среди личного состава вооруженных сил ДНР составили 16 убитыми, 86 ранеными. Несмотря на постоянные провокации вооруженных сил Украины и их подготовку к наступательным действиям, армия ДНР постоянно совершенствует свою боевую подготовку и готова дать решительный отпор вооруженным захватчикам в случае развязывания военной агрессии со стороны Украины. Анну Туф и ее детей, которые пострадали в результате обстрела Горловки, доставили на лечение в Донецк. Бойцы группы «Ангелы» Алексея Смирнова привезли сегодня из Горловской больницы в Донецк Анну Туф, женщину, чьи дом и семья сильно пострадали во время обстрела 26 мая. Напомним, что трагедия произошла в прошлый четверг вечером, когда снаряды, выпущенные артбатареями вооруженных сил Украины, расположенными в городе Дзержинске, разрушили несколько домов и унесли жизни 5 человек. Сегодня мы госпитализируем нам семью, которая пострадала в результате артобстрела в городе Горловка. Вот, у нее травмы, вот видите, вот мама, которая осталась, у которой травматическое очленение левой верхней конечности. Вот, одного ребеночка сейчас осматривают окулисты, вот, второго ребенка тоже сейчас осмотрит и детский травматолог, и педиатр у нас тоже есть, вот, в республиканском центре. То есть семью мы госпитализируем к нам. На данный момент мы ее оформляем в санпропускнике. Вот, ну и, собственно, то лечение, которое от нас зависит, то есть полностью эта семья получит. Скажите, пожалуйста, состояние старшего ребенка каково? Состояние старшего ребенка, сейчас его осматривают окулисты, вот, поэтому после осмотра окулиста, собственно, если нужно будет какие-то состояния, можно сказать так, у всех у них психологическая травма, стресс. У всех людей, которые попадали под обстрелы, понимаете, состояние стресса. Даже если ребенок или взрослый человек соматически нормальный, ну извините, попасть под обстрел, это вы же поймите. Мама пострадавших детей рассказала об их физическом и психологическом состоянии. У него контузия, вероятно, потому что он за ухо держится все время. Он бредит, он ночью, сегодня всю ночь нас бомбили Горловку, он всю ночь кричал: мама, спрячь меня, у него психическая травма. Мы его пока свели с третьего на первый этаж, он 10 раз спросил: мама, там не бахает, там не бахает. Когда нас доставили в отделение, ну, я в сознании находилась, я первая после взрыва пришла в себя, откопала его. Он 2 дня не открывал глаза, вообще боялся открыть глаза, и он на успокоительных был, у него тяжелый шок был. У него ранения есть какие-нибудь? Да, у него доставали со спины осколок, у него голова вся посечена, у него ноги все
Вокалинах. У него был ожог роговицы глаза, у него лицо повреждено было. Глаз не открывался, был красный, опухший, он в другую сторону вообще смотрел. Вы как себя чувствуете? Я себя чувствую, я не слышу ушами практически. Когда очнулась, у меня визг в ушах был и сильно болит голова у меня. А Миланочка как? Миланочку тоже успокаивающие ей давали, с подмышки осколок доставали. Вы же ранена была? Да, да. Ну, а как я себя могу чувствовать? У меня мужа с ребенком на глазах разорвало на мелкие части. Пользуясь случаем, я обращаюсь к Александру Захарченко и ко всем ребятам Новороссии с просьбой: защитите нас, вразумите украинскую власть, если они не слышат голос народа, вразумите их своими методами остановиться. Покажите это видео на весь мир. Ребята, которые мобилизуются в армию ВСУ, вас посылают воевать не с мальчиками, а с такими, как я, и убивать детей. Это не ваша война, остановитесь. Причиной перевозки мамы с детьми в Донецк стало желание оказать более квалифицированную помощь, которую смогут дать в донецкой больнице. Мы сейчас находимся в областной больнице города Донецка, куда доставили семью из Горловки, которая пострадала в результате боевых действий. Это было благодаря совместной координации совместно с группой «Ангелы» Алексея Смирнова, которые предоставили транспорт, скоординировали все эти эту поездку и привезли из Горловки Аню с ее детьми и с родственниками в Донецк, где будет им оплачена квартира, будет сниматься здесь квартира, и областная травматология продолжит лечение их. За все время карательной операции на Донбассе в областную травматологическую больницу было госпитализировано амбулаторно и в стационар около 2500 человек, которые пострадали при обстрелах и в результате военных действий. Каково состояние сейчас пострадавших? У нее болит рука. У нее она не слышит. Мама, я имею в виду. Вот мы сюда приехали, чтобы дообследоваться и долечиться, потому что, во-первых, там очень страшно. Целую ночь сегодня так бомбили. Ребенок Захарчик целую ночь не спал, целую ночь просил, чтобы я его спрятала. Мама, спрячь. То есть обстрелы продолжаются? Ужасные обстрелы, там страшно, там настолько страшно. Я не знала, куда с ним деться, куда с ним бежать целую ночь. Вот так вот, его всего огорнуло с собой, чтобы он не боялся. Но оно же слышно, все равно слышно. Подвала в доме несколько? Мы в больнице были, там есть где-то подвал, но куда бежать, как бежать, не знаю ничего. Я не знаю, чем мы перед ними провинились, что мы им сделали. Я 40 лет проработала, 25 лет на заводе, машзавод в Горловке. Потом 15 лет проработала в теплосети на котлах, машинистов котлов. Кому мы помешали? Жили своим трудом, ниоткуда, нигде, ни копейки. И вот такое на нас свалилось горе. Все желающие оказать помощь пострадавшей семье могут перечислить средства на счет благотворительного фонда Екатерины Губаревой. Дмитрий Зиньковский, Павел Припа. Специально для Новороссия ТВ. Тысячи людей под посольством США в Киеве требовали остановить войну на Донбассе. 3 июня под зданием посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве прошел массовый митинг, в котором приняли участие более 1000 протестующих. Люди требовали прекратить развязанную США войну в Донбассе. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Также о прошедшем у здания посольства США митинге написал украинский общественный деятель Юрий Кот на своей официальной странице в Facebook. Протестующие явились под здание посольства с лозунгами «Позор США», «Нет оружия США в Украине», «США убивают Донбасс». Сотрудники милиции перекрыли дорогу к посольству и задержали 3 протестующих. А с другими митингующими вели разборки мужчины в камуфляже, которые представились представителями правого сектора. Сначала они выясняли имена и фамилии людей, адрес их проживания и состав семьи, после чего начинали угрожать расправой, если все в ближайшие 5 минут не разойдутся. Активисты все-таки разошлись под давлением правого сектора, но перед уходом пообещали вернуться. Выезд из Донецкой Народной Республики на подконтрольную Киеву территорию по 2 направлениям по-прежнему перекрыт украинскими силовиками. Так сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Донецкой Народной Республики.
Ситуация на сегодняшний день не изменилась. В связи с боевыми действиями украинские военные не открывают коридор для выезда с территории Донецкой Народной Республики в Мариупольском, Днепропетровском, Запорожском направлении, заявили в пресс-службе Минтранса. Также в транспортном ведомстве напомнили, что в данный момент выехать на территорию Украины можно только по направлениям Горловки и Артемовска. Накануне в эфире одного из украинских каналов лидер фракции блока Петра Порошенко Юрий Луценко заявил, что президент Украины собирается объявить Донбассу продуктовую блокаду. По словам депутата, Киев сейчас кормит Донбасс, в том числе и ополченцев. Чтобы это прекратить, надо полностью остановить поставки продовольствия. А если мирные жители не хотят умирать от голода, пусть уезжают. В Донбассе уже давно централизованно не поставляют продовольствие из Украины. Однако, как заявил Луценко, продукты возят рядовые граждане. Для этого им еще приходится давать взятки на блокпостах, чтобы люди не коррумпировали военных и чиновников, лидер президентской фракции предлагает устроить полную блокаду. Очередное послание Порошенко Верховной Раде традиционно посвящено внешнему и внутреннему положению в Украине. Чего удалось добиться и что еще предстоит. Впрочем, результаты и так налицо. Как только Порошенко начал говорить, из зала зазвучали выкрики. Президенту напомнили об одном из предвыборных обещаний – продать бизнес и заняться исключительно политикой. Такой прием, естественно, разозлил главу украинского государства. По словам Порошенко, к катастрофе Украину привел режим Януковича. Новые же киевские власти при масштабной помощи со стороны МВФ, а также благодаря странам ЕС и США, смогли избежать дефолта и замедлить падение экономики. Однако внутренние проблемы обойти стороной глава государства все же не смог. На фоне многотысячных митингов протеста, которые каждый день проходят по всей стране, и обвинений Кабмина в коррупции, Порошенко вынужден был признать, что и сам недоволен тем, как работают власти, и сделал очередное популистское заявление. У меня часто спрашивают, доволен ли я работой правительства? Конечно, нет. Доволен ли я работой Верховной Рады? Никак нет. Скажу больше, я недоволен и своей работой. Знаете почему? Потому что народ нами не очень доволен. Вы, депутаты, министры, как и я, президент, точно не те, кому сейчас в стране хуже всех. Наша общая задача – удвоить и утроить усилия для изменений в стране. И все же я уверен, что мой мирный план и разработанный на его основе Минский протокол и Минский меморандум в итоге приведут к миру на Донбассе. Но каким же именно образом наладить жизнь в стране, которая уже год существует в условиях хаоса, и это признают уже и западные партнеры, Порошенко не уточнил, лишь констатировал, коррупцию в Украине остановить так и не удалось. Лучше украинцы за этот год жить точно не стали. Минимальная зарплата в связи с падением курса гривны упала до 43 долларов. Это один из худших показателей в мире. При том, что за год в несколько раз повысились цены на продукты и тарифы ЖКХ. Сам Петр Порошенко при этом сумел разбогатеть в 7 раз. Высказался президент и по поводу силовой операции в Донбассе. Так называемую антитеррористическую операцию Порошенко трагедией, похоже, не считает. Он с гордостью заявил, что в зоне АТО сейчас находятся более 50 тысяч солдат и офицеров, которых он назвал героями страны. А до конца года общая численность армии, по словам украинского лидера, будет доведена до 250 тысяч человек. В Ивано-Франковске прошло заседание по делу журналиста Руслана Кацабы, который был арестован по обвинению в государственной измене за призывы бойкотировать мобилизацию в так называемую зону АТО. Городской суд Ивано-Франковска продлил срок содержания под стражей журналиста и блогера Руслана Кацабы, который обвиняется в государственной измене. Согласно вынесенному решению суда, арест продлен еще на 60 дней. Заседание суда началось с небольшого конфликта между подсудимым и представителями правого сектора, которые держали в руках листы с надписями «Сепаратизм не пройдет», «Правые за правду». Кацаба, в свою очередь, назвал их клоунами в камуфляже. Ти хто такий? Псевдо скажи, де воював? Скільки людей вбив, придурок? Придурок, скільки ти людей вбив? Чим ти хвалишся, дурнику? Для чого ти тактичні рукавиці одягнув? Ти що, зараз стріляти будеш? Клоун ти нещасний.
Заседание вела судья Леся Зеленко. Предыдущий судья Владимир Попович был мобилизован. С самого начала процесса по делу Кацабы был запасной судья. Заслушали 4 свидетелей, в том числе 2 журналистов, один из которых был в плену. Сам Кацаба обратился в суд с просьбой изменить меру пресечения, срок которого истекает 6 июня. Журналист пообещал никуда не бежать, потому что должен себя оправдать. Однако, поскольку статья по обвинению в госизмене этого не предусматривает, подсудимому отказали. По словам адвоката подсудимого Татьяны Монтян, журналисты проявили себя очень позорно. Они не понимают, что завтра закроют и их за какое-то другое высказывание. Им вернется то, как они отнеслись к Кацабе. 112 канал и независимый медиапрофсоюз его просто предали. 112 канал заявил, что он у них не работал, и вообще они не знают, кто он такой. А независимый медиапрофсоюз заявил, что членский билет ему выдали по ошибке. Вузы Донецкой Народной Республики обнародовали порядок вступительной комиссии для абитуриентов на 2015-2016 учебный год. Порядок приема в высшее учебное заведение Донецкой Народной Республики регламентирует прием граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории ДНР и иностранных лиц на обучение по образовательным программам подготовки младшего специалиста, бакалавра, специалиста и магистра. Бесплатно получить высшее образование в государственных вузах ДНР на конкурсной основе имеют право выпускники образовательных учебных заведений ДНР и ЛНР, лица, принимающие активное участие в становлении и развитии республики, а также лица, имеющие документы государственного образца о ранее полученном образовательном уровне по стандартам в соответствии с типовыми учебными планами учреждений общего среднего образования. Конкурсный балл определяется как сумма среднего балла документа о полученном ранее образовании, оценки по одному профильному предмету и дополнительных баллов за особые успехи. Срок приема заявлений и документов для абитуриентов, поступающих на обучение для получения образовательно-квалифицированного уровня, бакалавр с 20 июня по 11 июля, а поступающие, которые должны проходить творческий конкурс, с 20 июня по 6 июля. Прием документов для абитуриентов, поступающих на обучение для получения образовательно-квалифицированного уровня младший специалист с 20 июня по 15 июля, проходившим творческий конкурс с 20 июня по 10 июля. Приемная комиссия работает до 15:00. За прошедший год вооруженные силы Украины лишили жилья тысячи жителей Донбасса. Что уж там говорить о поселке Широкино, который до сих пор остается под ударом украинских силовиков. Несмотря на договоренности трехсторонней контактной группы, на сегодняшний день в Широкино продолжается противостояние. Этот населенный пункт остается точкой соприкосновения двух сторон на мариупольском направлении. Во время ожесточенных обстрелов поселок был практически стерт с лица земли. Сотни жителей остались без крыши над головой. Многие из них нашли убежище в Новоазовске. Этот город входит в 46-й округ Донецкой Народной Республики, который закреплен за депутатом Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Екатериной Губаревой. Она старается оказывать всяческую помощь пострадавшим жителям Широкино. Вот и сегодня при содействии благотворительного фонда «Новороссия» Екатерины Губаревой была собрана и передана гуманитарная помощь для переселенцев из разбитого поселка. Лилия Александровна, жительница Широкино, видела весь ужас обстрелов и разрушений своими глазами. Ее дом был обстрелян 14 февраля, за день до вступления в силу минских договоренностей, предусматривающих прекращение огня. До этого Лилия была частным предпринимателем и держала собственное хозяйство. Она стала одной из первых, кто оказывал посильную помощь пострадавшим в результате артобстрелов. В том числе в 2014 году бесплатно кормила около сотни переселенцев из Славянска. События, происходившие в ее поселке, вспоминает с ужасом. Мы все сосредоточились в центре села, взяли белые тряпки и поехали забирать этих детей. Когда мы проезжали, нас предупредили ДНРцы, что под мостом сидят снайперы Азова. Проезжайте на большой скорости. И когда мы начали ехать, то по колонии начали стрелять. Мне попали в машину. Я сидела на переднем сиденье с белым флагом. В машину попала пуля. Через багажник попала мне в позвоночник. Детей мы, конечно, тех вывезли. Но мы с детьми развернулись и поехали в сторону России. Потому что мы знали, что тут нам окажут помощь посильную. Страшно, конечно, смотреть на село. Это было, наверное, самое богатое, самое красивое село Новоазовского района, потому что там жили
трудолюбивые люди, которые пахали всю жизнь, занимались теплицами, огородами, морем, наживали все, чтобы что-то оставить своим детям. И вот на старость лет мы остались без работ, без домов, которые разрушены практически полностью. Ни одного живого дома в селе Широкий в настоящий момент нет. При помощи благотворительного фонда «Новороссия» Екатерины Губаревой жителям Широкина передали медикаменты, детское питание, подгузники, подсолнечное масло, крупу, сахар, бытовую химию и, конечно же, одежду и игрушки детям. От нашего фонда я хотела бы обратиться ко всем жителям, неважно какой страны, неважно на каком языке вы говорите, пожалуйста, помогите нашему фонду. То, чем может, чтобы мы могли и дальше помогать этим жителям Широкина. И не только им, но им в том числе. Им это очень нужно. Мы все слышали и видим, что там происходит и что происходило. Им крайне необходима эта помощь. Маргарита Миронюк, Вячеслав Богайчук, Новороссия ТВ. Интернет-магазин патриотической символики «Патриотика» передал подарки для донецких деток. Сегодня мы приехали в больницу, чтобы передать детям подарки от интернет-магазина патриотической символики «Патриотика», который благодаря покупателям из России и других стран мира помогает больным малышам. Вновь интернет-магазин патриотической символики «Патриотика» передает подарки для детей Донецкой Народной Республики от неравнодушного жителя из города Тамбова Сергея. Человек большого и чистого сердца, которому не безразлична судьба маленьких дончан, стал уже настоящим другом для республики. 4 июня в Институт неотложной и восстановительной хирургии приехал телеканал «Новороссия», чтобы передать больным деткам подарки от Сергея. Ребята с интересом рассматривали презенты из Тамбова и искренне радовались неожиданным подаркам. Добрые дела совершаются, а наилучшая благодарность за них – это искренняя улыбка и искрящиеся глаза наших детей. Слава Богу, мир не без добрых людей. Часть благотворительных организаций, волонтеров часто приходят к нам, кто помогает финансово. Адресную оказывают помощь, кто-то закупает необходимые медикаменты, приносит деткам, кто-то вот помогает подарками. Большое спасибо интернет-магазину «Патриот», что тоже не забыл, что есть такое отделение, в котором лечатся детки. Мы всем благодарны. В настоящий момент в отделении находится 21 ребенок. Есть некие трудности с медикаментами, но врачи и все неравнодушные люди делают все возможное, чтобы вылечить малышей. Алина Черняева, Павел Припа, Новороссия ТВ. Это все новости на сегодня. Далее в программе «Прогноз погоды». А я, Маргарита Миронюк, с вами прощаюсь. Не переключайте канал. В Луганске ясная погода продержится весь день. Ночью плюс 14, днем плюс 24 градуса. В Северодонецке ясно, без осадков. Плюс 14 ночью, днем плюс 25. В Волчевске весь день будет ясно. Днем плюс 23, ночью плюс 13. В Енакиево день порадует солнечной погодой. Плюс 14 ночью, днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 23 градуса. Весь день в Краматорске будет ясно. Ночью плюс 14, днем плюс 24. Славянске ясно, без осадков. Плюс 24 днем, ночью плюс 14. В Мариуполе переменная облачность, без осадков. Плюс 16 ночью, днем плюс 24. В Горловке ясно, плюс 14 ночью, днем плюс 24 градуса. Весь день в Макеевке продержится ясная погода. Плюс 14 градусов ночью, плюс 24 днем. Ясно будет в этот день и столица Донецкой Народной Республики. Ночью плюс 14, днем плюс 24 градуса.